Уважаемый Николай Иванович, очень рад еще раз поприветствовать вас в Москве. У нас юбилейный саммит, исполнилось десятилетие Евразэс. За это время, вот мы сейчас только что с вами перед выходом в этот зал говорили, для всех наших стран, в том числе и для России, и для Армении, позитивный весьма характер имеет сотрудничество в рамках этой международной организации. Для Армении увеличение товарооборота со странами Евразэс 2015 года составило очень значимую величину. В 14 раз увеличился товарооборот Армении со странами Евразэс. Но что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже весьма успешно. И мы всегда прежде всего обращаем внимание на экономическое сотрудничество. За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину, причем в значительной степени это связано с увеличением импорта, если от вас, экспорта армянского в нашу сторону, существенно и товарооборот достиг более чем 7 миллиардов долларов. Такого объема в наших торгово-экономической связи никогда раньше не было. Разумеется, есть вопросы, связанные не только с ростом товарооборота, есть вопросы, касающиеся безопасности в регионе. Сейчас вот в открытом режиме, что называется, говорить об этом в деталях не будем, но есть возможность на полях работы Евразэс поговорить, конечно, обо всем комплексе наших отношений, в том числе коснуться и вопросов безопасности региональной. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Прежде всего, позвольте поблагодарить за теплый прием и прекрасную организацию заседания Высшего экономического совета Евразийского экономического союза. Последний раз мы встретились в декабре прошлого года. С тех пор, конечно, накопилось вопросов, которые нужно обсудить. Конечно, экономический блок мы уже обсудили во время заседания совета. И сейчас, надеюсь и уверен, что обсудим важные вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы. Я тоже рад вас видеть.